Белорусские и российские подразделения приступили к совместным тактико-строевым занятиям с боевой стрельбой и применением артиллерии и авиации. Вместе с механизированными бригадами из Слонима и Гродно работают военнослужащие недавно сформированной 1-й танковой армии Западного военного округа России. Основная задача смешанного контингента – отработать маневренные действия в различных условиях обстановки, а также проверить совместимость подразделений и систему управления в составе региональной группировки войск. Сегодня занятия прошли на хорошем высоком. Сегодня занятия войска показывают хорошую выучку как со стороны военнослужащих Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Продуман единый фон тактический, на котором выполняются задачи. И, в общем-то, задачи выполняются совместно. Если вот я управлял и Российской Федерацией, это было переподчинение войск мне, 6-й танковой бригады. А на втором этапе командующий 1-й танковой армии управлял 6-й механизированной бригадой и 11-й механизированной бригадой. И, в общем-то, это по нашим средствам связи все это сопрягается.